Время половина двенадцатого. Я только доделываю дела. Короче, блины пожарила, пирожки пожарила. И вот аджика у меня сейчас варится будет. Уже варится. Помидор, соль, чеснок и этот закину. Дракона. Красный перец вот этот, китайскую аджику. Для остроты. Это, видите, короче, молоко с медом, с маслом. Ходил только что, бесился, накричался, говорит, мама в горле сушит, першит, не могу. Я говорю, конечно, постельный режим теперь как минимум дня 3-4. Водички, говорит, хочу. С водички принесу. Я сама тоже, капец, уже. В горле реально как будто ножи это режут. Нос стала закладывать. Капец. Сейчас водичку отнесу, видите? Сейчас он-то не будет долго спать, я сейчас уже лягу. Вот я уже не соображаю, мимо пью уже. Два пирожочка. Мягкие еще, теплые. Так, два пирожочка, и он хочет этот с йогуртом пряник. Ой, уйди. Просто вот так вот ломаю пряниками. Все. И заливается все это йогуртом. Марусь, уйди. Секунду. Сейчас. Не секунду, но 30 секунд. Маруся, уйди из-под ног. Все.
я освободилась. О. Не знаю, ждать эту мультиварку или пусть она сама там варится. Так, это то, что недоеденное. Заглядываешь, ты хочешь сюда запрыгнуть, фигушки, я не дам тебе этого сделать. Так, а что здесь? Ай, рис отварной. Офигеть, завтра Коле сделаю рисовую молочную кашу, он ее просто обожает. Ой, его мечта завтра исполнится, если он купит молоко. О, нифига, закипай. Сейчас я сюда добавлю смачных. Раз. Два. Три. Короче, всю добавлю. Сейчас закрою крышкой. Взболтну. Мам! Можешь более круглую? Кого круглую? Ложь. Сейчас. Мама, можно более круглую ложку? Ну, не знаю, может, вот это? Да, вот там еще ложечка лежит. Ой, Маруся, что-то ты разбегалась. Блин, как вкусно пахнет. Коля звонит.